Проект мэрии «Общественный бюджет» на деле является весьма сомнительным предприятием. Общественное объединение «Антикоррупционный штаб» провело исследование, в ходе которого выяснились скандальные подробности. Сама по себе идея общественного бюджета действительно полезна. Предложения исходят от народа, а городской бюджет их финансирует. Проекты направлены на благоустройство города и выкладываются на сайте мэрии. Вопрос в том, кто и как их осуществляет. За два года таких проектов набралось 388, реализовано всего 15. Одно из препятствий – условия тендера на производство работ. И можно заходить на тендер тільки в тому випадку, якщо в тебе дуже класні стосунки з Одеською міською радою. Бо якщо в тебе погані стосунки, то тебе просто знищать. І ти не отримуєш по цьому тендеру жодних грошей. Там прямо так написано, що в разі відсутності коштів ми можемо не виплачувати кошти. Або якщо фірми, які свої, тобто наближені до Одеської міської ради, отримують виплату коштів від одного дня, там, два тижні, тобто можна подивитися через сайт 007, як швидко вони отримують, то фирмы, в яких стосунки гірше, можуть чекати місяцями. Городская власть нашла способ обойти тендеры. Объем производства делится на несколько мелких договоров. Стоимость каждого меньше необходимого минимума для проведения тендера. Фактически, заказ получает один бизнесмен. С 15 закупівель тільки 5 є тендерними, конкурентними. Точніше, навіть не, я б не сказав, що вони конкурентні. Вони тендерні. І 67% проводиться без тендеру. Наприклад, Вінницьку міську раду, яка набагато менше, ніж Одеська витрачає на закупівлі, але економія її набагато більше. Мене зацікавило, чому? Тому що в них 67% всіх закупівель ремонтних робіт є конкурентними. А в Одеській міській раді менше 3% конкурентних робіт, ну близько 3% конкурентних робіт є конкурентними. Отчеты об осуществлении проектов напоминают материалы уголовного производства. Так, например, по проекту в городских подземных переходах должны быть установлены 8 подъемников для инвалидов на сумму более 4 миллионов гривен. Поставили только один. Где еще 7? Или куда пошли бюджетные деньги? А вот проект по уменьшению количества пыли. На трех улицах Дерибасовской, Решелевской и Екатерининской установили решетки вокруг деревьев, а землю под ними посыпали камешками. Да и то не везде. Активисты антикоррупционного штаба выяснили, у нас эта роскошь стоит 13 тысяч гривен, в других городах 1300, то есть в 10 раз дешевле. И так далее. Понятно, что приличные люди теряют интерес к проекту. В 2017 году было зарегистрировано 223 предложения, в прошлом 165. С начала нынешнего пока только 95. Хотя идеи у народа наверняка есть. Нет доверия к власти. Александр Виноградов, Андрей Терещенко, телекомпания «Круг».